В номере очень жарко. Номер маленький, крыша скошенная, потолок горячий. Освещения практически нет. Освещение вырубается, если вытащишь карточку. Если, ну вот, сейчас через пару минут вырубится. Так, выключатель непонятно для чего. Лампочек тут нет, кроме вот этих. Вот, свет вырубился. Вообще все электричество вырубилось, когда выключаешь карточку. Здравствуй, карточку. Кондиционер вроде как работает. Но он висит очень низко. Вот, и дует горячим воздухом. Балкон с видом на море практически. Нам поменяли номер. Номер с двумя раздельными кроватями. Он более просторный, высокие потолки. Даже кондиционер висит на нормальном уровне. Диванчик немножко потрепанный, но хороший. И этот номер намного лучше, чем первый. Но балкон там меньше, скажем так. Мы вернулись в Россию всего лишь пару дней назад. Об отпуске вспоминаем с сожалением. С сожалением, что он так быстро закончился. Отель Луна Бич нам понравился. Кроме момента, что номер на четвертом этаже был не очень хороший, так как там было очень жарко, и там не работал кондиционер, и он был очень маленький. Но гостеприимные служащие этого отеля с радостью нам поменяли номер на очень хороший, просторный, с кондиционером, душ, все работало. Поэтому, если вы захотите поехать в Мармарис, выбирайте Луна Бич, и вы не ошибетесь, и ваш отдых удастся.